Приехали на 8-е попрыгать новый трамплин. И мы просто с Олегом охереваем от того, какая амплитуда с него получается. Потому что мы его сделали и не прыгали еще. Но радиус прям шикарный. Как Олег сказал, он внушает доверие. Все, будь пробовать. Не зря же строили. Вот знаешь, я понял, что значит время замедляется. Я вот да, я штаны подтер на твоем месте. Вторая попытка. Давай, вот так вот и ногой еще, блин. Че, моя очередь. Охеренно. У меня аж руки трясутся из-за тебя. Так, я прыгнул. Теперь будет прыгать Леша. Чего? Ой, бля, страшно-то как, господи. А я еще пока я не еду. Пока подлива льется. Посмотрим, как с груди это выглядит. Там же колес, по-моему, сыпется.